ветер южный, и вдоль берега течение с юга на север. Соответственно, вся грязная вода, которая с речки идет, идет на север, то есть вдоль пляжа Любимовка 2. Любимовка 1 сейчас пляж чистейший, потому что все пошло в эту сторону. А что еще можно сказать? Речка вошла в свои берега. Ждем очередного наводнения. Ну а сейчас по пляжу прогуляемся. Покажу, конечно, кто ничего не убирает. Появились вот такие вот интересные вещи появились на пляже. Раньше их не было. Вот. Тут еще вот под самым берегу палатка стоит, белая чья-то, не знаю. Конструкции, которые стоят вдоль берега. Это все, что у нас есть на пляже Любимовка. Ну вот сейчас по всему берегу пройдемся. Народу практически никого. Есть отдельные герои. Но море грязное, видите сами, да. Вот я показываю сейчас, вернусь назад, покажу черту. Прям яркая черта, видно, что чистое море и грязное. То, что речка замутила. Но течение, видно, близко к берегу идет, и активное течение на север. Поэтому небольшим пятном разошлась речка по морю. Ну, там дальше наш пляж. Сколько сейчас посмотрим, сколько людей на море. Это время обеденное как раз. Так, кто-то есть уже. Пусть немного, но есть. Как говорил мне один знакомый дальних времен, когда мы ездили в санаторий по октябрь месяц, лежим в Сухуми, отдыхаем на море. Облака. А он говорит, а устрики все равно идут. И точно мы загорели тогда в те времена. Ну, а таких героев у нас, которые устрики идут, совсем мало. 24-5 и никого не видать. Еще раз вернемся в устье реки Бюльбек. На этом заканчиваю сводку погоды пляжа Любимовка.